Кинокомпания New Line Cinema представляет. Пункт назначения. Оператор Роберт Маклафлон. В ролях Керн Смит, Чад Данелло, а также Тони Тодд. Братцы, я приветствую всех и каждого. Новый аксессуар на канале Tesla Pirat. Хочу сегодня показать вам доводчик капота. На моем канале 2 года назад было снято аналогичное видео, но оказывается, существует гораздо лучшая версия и безопаснее. Сегодня я вам покажу тесты, очень интересные. По поводу очков, я не хочу быть круче, просто я сделал операцию на глаза, и я буду смотреть на вас вот так. Поэтому, чтобы такого не было, пускай это будет лучше в очках. Погнали! Нету защиты от защемления. Мы призадумались, это небезопасно. Снова Henschel. Я не снимаю рекламы, я снимаю обзоры тех аксессуаров, которые мне нравятся. Заказываю то, что мне интересно, и делюсь с вами. Ребята, представьте, приезжаю я домой, говорю своему ребенку, открой, пожалуйста, капот. Она открывает, невысокого роста маленький ребенок, и капот застает вот здесь. Я вспоминаю, что мне ничего оттуда не надо, оно, оказывается, лежит у меня под рукой. И я говорю своему ребенку, дочь, закрой капот. Она закрывает, и смотрите сейчас сюда. Она вот так прикрывает, вот именно вот так. И руки держит. А в этот момент доводчик начинает работать. Мы понимаем и кричим ей, Алиса, отойди. Она отпрыгивает, испугавшись, в момент дотяжки капота, расплакалась, думает, что мы ее за что-то наругали или что-то, испугалась. Ну, в общем, ей могло просто защемить пальцы, перерубить. Я не знаю, что бы это было. Вряд ли перерубить, замок бы остановился, но было бы очень больно. Тесты. Морковка, огурец. То, что будет имитировать детские пальцы ребенка. Посмотрим. Ставим огурец, закрываем капот. Морковка. Готово. Ставим. Видите? Вмялось, но... То есть, как мы могли видеть, на жесткий предмет защита сработала, доводчик остановился. Но этого недостаточно. Все равно бы перерубило. Мои друзья из Henschel отправили правильный комплект с защитой. При получении здесь инструкция, QR-коды, ребят, все работает. Вот стяжки для крепления, потом какие-то подкладки мягкие с двухсторонним скотчем. Комплект проводки, блок управления. Подключение нужно будет сделать на кузов машины и на плюсовую клемму аккумулятора. Дополнительный предохранитель, разъем и полностью влагозащищенный разъем доводчика. Давайте осмотрим сам комплект. Раньше он, мотор был установлен у меня на вот этой конструкции, которую мы должны установить позади нашего замка. Как только петля капота касается вот здесь, идет сигнал, и доводчик начинает работать. Мотор теперь вынесен на расстояние. Для чего нужно иметь аварийный способ открытия капота? Расскажу вам краткую историю, пока достаю свою систему, чтобы вам показать. Открываю багажник, кладу туда вовнутрь телефон, беру нужные мне вещи, закрываю багажник. Ухожу, прихожу, Tesla закрыта. Реально, проверьте у себя, положите телефон вовнутрь, закройте. В машину вы больше не попадете. Поэтому Tesla нам предлагает найти источник 12 вольт и дать сюда питание. И тогда капот откроется, хотя у некоторых не получалось. Я заколхозил, вот смотрите, показываю. Закрытый. Дергаю сюда. Нам предоставляют это прямо от завода. Смотрите, дополнительный хвост благодаря доводчику. Поставим. Демонтируем корпус воздушного фильтра. Это нам нужно для того, чтобы добраться к аккумулятору. Вот здесь находится нужная нам точка массы. Берем наш комплект проводов, находим проводок с надписью Ground. Это означает земля.
подсоединяем его вот сюда и закручиваем обратно. Протягиваем плюс вон туда на клемму. Я вам покажу несколько точек, которые использую. Это вот этот лонжерон поперечный. Вот здесь фиксируем полностью наш предохранитель. Чтобы не вызывать стресс у сотрудников Tesla, делаем так, чтобы провод нигде не мешал. Затягиваем. Убираем. После укладки проводки наступает очень важный момент. Установка механизма доводчика. Отводим пружину. Устанавливаем кольцо дотяжки. В обратном порядке взводим пружину. Очень важно не повредить тесловский концевик. Еще раз повторно осмотреть. Нужно убедиться, что нигде ничего не мешает, не цепляет. Далее нам нужно наживить болты. Очень важно пластину доводчика не устанавливать под кривым углом. Одинаково толкаем ее вверх до упора. При этом замок нужно установить практически в самое нижнее положение. Нужно выполнить тест, убедиться, что механизм работает, открывается и закрывается. Если вы нечаянно откроете передний багажник, он автоматически закроется через 1,5 минуты. У вас есть два варианта установки: под ванной, либо за лонжерон. Тем самым мы добьемся очень тихой работы доводчика. Фиксируем провода, чтобы нигде ничего у вас не болталось, ребята. Блок зафиксирован здесь, и еще также фиксируем его с этой стороны. Настало время все протестировать. Сейчас установлен доводчик с защитой от защемления. По крайней мере, он не будет наносить никаких травм. Вот и все. Еще раз. Давай чуть-чуть потоньше вот так вот сделаем. Давайте прям пальцами проверим. Готовы? 3, 2, 1. Ну, вообще никаких проблем. Видите, никакой крови, никаких синяков, ничего нету. У меня 2 года был установлен вот этот. Это с Алиэкспресса, порядка $80, около того. Вот он тянет вообще до победного. То есть там будут и синяки, и переломы, все что угодно. Как-то раз я загрузил вот сюда слишком много наверх, и я услышал посторонние какие-то хрусты, звуки, но вовремя успел этот процесс остановить. Ребята, ну, насчет этого доводчика. Я, как выяснилось, купил последний экземпляр. Его сняли с производства. Я не знаю, что сейчас предоставляет компания Henshaw, либо другие магазины. Я проверил, вот именно такой не купить нигде. Поэтому мой вам совет, когда вы задумаетесь приобрести это устройство себе, напишите продавцу и поинтересуйтесь, есть ли защита от защемления. Как вы могли видеть здесь на тестах, никакой боли не испытал, он классно отработал. И я теперь абсолютно не переживаю, что моему ребенку защемит пальцы. Тогда хороший резонный вопрос, для чего вот этот тросик? Он нужен для того, если вдруг доводчик заклинит в процессе закрывания, вы никогда не сможете открыть свой капот. Дернув вот этот трос, система доводчика делает размыкание механическое внутри, и у вас он как будто бы не установлен. Как это может произойти? Либо он может сломаться, либо вы можете положить лямку ремня или чего-то прямо вот когда капот закрывается, и у вас что-то там зажует. Вероятность того, что доводчик выйдет из строя, она очень маленькая. Но если вдруг это произойдет, довольно-таки проблематично будет разбирать весь пластик, чтобы механик мог подобраться к замку и открутить замок для того, чтобы поднять капот. Поэтому приоритет, я считаю, первое – отсутствие травматичности, защита от защемления. И второе – это у нас механическая разблокировка самого доводчика. Вот эти две функции, на которые стоит обратить внимание. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был канал Tesla Pirat. До новых встреч. Пока-пока. Delegate.
надпись «Это конец». Сейчас установлен доводчик с защитой от защемления. Тест номер один. Берем огурчик, огурчик берем, ставим. Ну, видишь, он вата, я же тебе говорил, блядь, поэтому его и перерубит. Мягкий огурец, видишь, он вата, нахуй. Он вата. Надо морковку ебать, и все, огурца не будет, потому что огурец тусклый. Ой, тусклый, тухлый, блядь. Я нормально, не обрезанный? Голова вот так, есть зазор сверху? Мне просто так, мне некомфортно. Ты там стоишь, я хочу, чтобы ты там стоял. Да, вот тут я буду рассказывать. Готово, да? Вот, хуйня, открывай. Я приготовил для вас... Я приготовил для вас... Да, для теста. Готово, да? Итак, что мы имеем? Не, без и так. Проверь на айфоне, открыта ли Тесла, а то у нас сейчас пиздец как орать будет. Все, теперь идет тухляк. Самое основное, мы все сняли. Так, это нам не надо. Как? Блядь. И блядь, и отвертка упала. Убирай съемку. Ёпта. Ох, я сломал себе отвертку. Да, все. Заебись. Иди дальше, псих. Ой, я дебил, а как я это откручу? Мне же вот тут нужен ключ. А у меня головка здесь и не пролезет. Чем-то раньше. Ключом. Отвертка сломана, штатив сломан. Одни вообще расходы с этими съемками. Один, два. Звук синхронизирует. Зеркало в кадре. Я спрашиваю, нормально я остановился? Дальше уехал. Покажи мне правильную позицию. Ты зеркало видишь сейчас там? Зеркало есть, да? Чуть-чуть зеркало. Полностью? Хорошо. Тогда... Нет? Еще раз. Ну что? Четко, да? Отлично. И здесь куда-то упало. А как она упала, блядь? Ебаный в рот. Да, она упала. Вот видишь, и этот куда-то съебался в сторону. Оно все. Да, я. Ну потом надо будет разбирать и доставать. У меня также оно все туда, и видишь, и улетело оттуда. Как и вот эта вот шляпа тоже вот сейчас вот улетит и все. Ладно. Я это потом сделаю все. Надо сейчас закрыть это дело. Так. Ну и все, давай я сейчас встаю и буду прощаться. Мы одновременно встаем вместе, ладно? Не сильно близко я, нормально? Сможешь удержать? 3, 2, 1. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был канал Тесла Пират. До новых встреч. Пока-пока.